Кто становится участниками коррупционных скандалов, сделок или еще чем-то? Те, кто не может или не хочет что-то решить в рамках закона. Вот. И вопрос не в том, что часто говорят, что чиновники, да, они коррумпированы, вот, но вопрос в том, что есть и вторая сторона, которая идет на эту коррупционную сделку, тоже понимая, что либо они хотят каким-то образом обойти закон, либо они хотят что-то решить путем наименьшего сопротивления. И это неправильно.